Всем привет, ребят! Добрался до конкурса, как и обещал. Каждые там выходные, субботу или воскресенье, буду выбирать победителей еженедельного конкурса USKI и дарить им определенные призы. Так, сегодня у нас будет два победителя. Если русский сервер, там посмотрим, там 2 вольта. Ну, посмотрим от зависимости, на каком сервере человек играет. Там ему и подарим определенные плюшки. Что нужно было сделать? Репостить видосы, оставлять комменты. Должна быть у вас открыта на YouTube страничка, что вы поставили лайк. Ссылочка, куда вы сделали репост. Должна быть открыта подписка. Ну, в принципе, как всегда, вы это все прекрасно знаете. С новым компом, ребят, еще не разобрался. Оказалось, для того, чтобы рестримить, надо карта захвата видео. Я, честно говоря, от этого еще далекий, поэтому закажу карту. Думаю, на днях уже нормально сможем играть другие игры, не только битву замков смотреть. Буду вам уже и стримить. Так, пока я откажу от обновы, еще будет на русском обнова, тогда уже сможем полноценно во что-то другое поиграться. Ну что, поехали. Так, где там мои... Вот так вот, сейчас я себя уберу немножко в другую сторону. Такс. Позакрывать это все. Что у нас? У нас было по 80-е видео. У нас, начиная с 80-го, давайте так, 81-е, 80-е участвовало в прошлом. По 100, по 100-е, 101-е, которое... будет это, оно будет участвовать уже в следующем конкурсе, поэтому именно этот видос, он тоже будет включен, можете его репостить, оставлять ссылочки, ну все как обычно. Думаю, вам не буду рассказывать, захотите увидеть, посмотрите конкурс Огнекрылом, там все правила есть. Так, окей, что, поехали выбирать видос. 99-й, ребят, 99, это, по-моему, даже сегодняшний видос. Ну, я ничего не могу сделать. Если кто-то не успел, значит, он не успел. Я как бы... Рандом есть рандом. Поехали. 99. Это кошмарка сегодняшняя. Ну, 4 часа назад. Я надеюсь, что кто-то хотя бы ответил. Так, смотрим. Все комменты. Поздравляю с покупкой, спасибо. Не понял. Вроде ж правильно зашел. Да, вроде правильно. Так, немножко не туда. Такс, окей, смотрим комментарии. Вроде все комменты. Сейчас я только открою. А, вот он. Так, открываю спам сразу. Странно, что мало людей участвует в этих еженедельных конкурсах, но это дело лично каждого. Можете участвовать в конкурсе на Огнекрыла, это ваше право. Есть также еженедельные. Так, окей. Так, ссылка на репост есть. В общем, есть люди участвуют, это радует. Такс. Хорошо, поехали, будем смотреть именно этот видос сейчас. Давайте так, новую ссылочку. Так, копернул. Идем в рандомайзер. Так, наверное, формат привет. Окей. Не хочешь так, сделаем так. Поехали. Ну, поехали. Люблю эти рандомайзеры.
Так, есть видео загрузилось. Ну вот, Виталий Задорожний. Что-то знакомое. Так, сейчас я... А, у меня открыт. Открываем ссылочку на него ВКонтакте. Ребят, второй раз. Ну, я... Что я могу сказать? Это рандом. Можете написать, что пацану реально просто тупо прет. Но вот даже вот последний видос он сделал. Видно, что активный пользователь. Ну, что, поздравляю. Сейчас я, конечно, проверю. Ну, в принципе, он... У него все и в прошлый раз было хорошо. Ну, парень действительно фанат, и я это только приветствую. Так, репостик есть. Подписки у него тоже есть. 6. Это судьба, ребят. Я... Так, есть. Хорошо. Поздравляю. Спешу с ним. Его аккаунт у меня, по-моему, даже есть. Так. Так. Поехали. Поехали дальше на генератор. Ом 94. 94-е видео. Хорошо. Виталик есть. Блин. Честно говоря, сам в шоке. Так, 94-е. Где-то 94. 95, 94. Триант. Вот так вот. Видосик с триантом. Так. Так, смотрим комментарии. Я его, Виталика, проверять даже не буду, потому что я знаю, что он все делает идеально правильно. Я это уже заметил в предыдущий розыгрыш. Так, можете, конечно, бомбить, кто хочет, но рандом есть рандом, и я не буду отклоняться от правил. Больше человек будет участвовать, будет меньше шанс у него. Так, окей. Опубликованное смотрим. Сейчас я гляну. Ctrl-F. Отлично. Смогу искать здесь. Так, хорошо. Будем проверять спамеров. Поехали. Так, нам надо опять открыть мою страничку. Блин, надо выпить кофейку. О, отлично, легче стало. Так, окей. Идеальный триант. Копирую ссылочку. Ну, что-то не хочет подгружать. Так, есть идеальный триант, загрузила. Смотрим. Фауст и Скайлер. И Скайлер, окей. Поехали, начнем отсюда. Фауст. Есть 94-е, последних он еще не видел. Отлично, подписка есть, красавчик. Хорошо. Поехали смотреть ВК.
Надеюсь, ты все сделал. 96-й, 95-й, 94-й. Все, ребят, вопросов нет. Вот явные примеры того, как надо, чтобы у вас все было. Конкурс на Honor тоже у меня скоро будет. Надеюсь, я дойду до него. Так, есть. Поздравляю победителей. Сейчас я спешусь с ними, на каких они серваках играют. И уже заберем им определенные награды. Вам засниму отдельный видосик. Я надеюсь, они мне вовремя ответят. Вроде все есть на месте. В общем, вот так вот, ребят. Участвуйте в конкурсах, и вам тоже повезет. Многие бомбят, что им не везет. Но, ребят, это рандом. Дойду я до обзора. Кстати, так мне в комментах мало кто ответил по поводу программ. Прох, я затестил в... Вчера просто так установил, поиграться в NFS-ку, покатался. Потестил в 3D марке, показало 99% лучше, чем у всех остальных. Но это я не знаю. Я не знаю просто, где его тестить. Напишите в комментах, можете под этим видосом, вместе там с репостом и со всем остальным, как обычно. То есть этот видос уже будет участвовать в следующем розыгрыше на следующие выходные, в каких прогах, либо под этим видосом напишите комменты, потому что комментов очень много, а именно того, о чем я просил, нет, я вас попросил, напишите, где вам протестить, чтобы я мог вам заснять Влад 50 килограмм чистой мощи. А он, честно говоря, не знаю, 50, не 50, наверное, больше, чем 50. Я его с трудом поднял. Хоть нереально, ну, как бы. Вот этот ком был тоже такой тяжелый по сравнению с моим там еще предыдущим перед этим. Но этот просто жесть. В общем, ребят, напишите, где протестить. Можно нормально, полноценные какие-то замещики. И уже будем дальше играться. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Всем удачи, поздравляю еще раз победителей. Это судьба. В общем, всем удачи, всем пока.